когда я поранил себе руку, ну, я думаю, ну, все, конец работы, ничего не получится. Но сейчас вот так мы и работаем. Девушка и калека. Зато сейчас такое интересное время, когда мы с ней познаем профессии друг друга. То есть всегда же я наверху лазил. Теперь я работаю внизу, она наверху, и мы что-то новое узнаем о, ну, как бы, нюансах каждого верхнего или нижнего арбориста. Но даже в таком составе и таком состоянии неплохо довольно получается. Уже большую часть обглодали. Орех переезжает постепенно к реке. Осталось самое сложное убрать над крышей. И вот уже осталось совсем немножко. А работая снизу, я выяснил, что оказывается иногда есть время, чтобы отдыхать. Пока верхний арборист что-то там мутит, крутится своими паутинками. Ну что, нравится сверху работать? Да. Да. Меня сегодня чуть дерево не износило. Как это произошло? Веточка вот так вот между. Вся жизнь перед глазами пролетела. Я заорала, что я больше не полезу. Ух уж эти веточки, да? Палочки. И сучки. Какая у нас пошлая работа, да? Ну вот и все, работа окончена, орех допилен. Мы устали, мы хотим домой.